А, мы убегаем от гориллы, что ли? Эй, вы супергерои! Привет, мой фрэнд! И ты сегодня вместе с нами поиграешь в LEGO Marvel Super Heroes 2. Халк! Халк, это круто! Тор Рагнарёк. Получили Тора Рагнарёк. Рагнарёка. Ладно, это все понятно. Стэн Ли мы в этом эпизоде не спасли. Но... И вот у нас цветы. Об Халка разбили, видел, да? Тор, Стрэндж, Халк. Мы еще не закончили. Отдохните. Капитан Марвел, отправимся за мной в разведку. Выяснить еще ловушки. Встречаемся в Ламурии. Удачи. Будь осторожнее, мои друзья. Мои друзья, судя по всему, Атума коварнее змея Мидгарда. Халк, по-моему, разозлился. Он как всегда ударил Тора. Как в фильме. Мне почти стыдно, что я так быстро избавился от них. Они даже не удивились. С тобой, мой Не удивились с тобой? Смешно. Вы двое должны помириться и пожать друг другу руки. У капитанов уже с лихвой времени, чтобы разведать обстановку. Пожали друг друга. Давай, ударь его. Ударь, Халк. Давай. Вижу, я ударяю. А дырявая рука? Я дырявая рука. Прям как Лего в набор, да? Ага. Хорошо, мы приходим на какую-то команду, мы сейчас будем выбирать. Есть команда Человека-паука, есть Звездного Лорда и есть команда Тора. Давай, команда да, Тора, ты хочешь там Халка, же ты хочешь хардкор, Халка. Там хардкор. Вернитесь в Лемурию, найдите осколок Нексуса. Мы берем команду Тора. Раз уж наше медленное путешествие подошло к концу, все-таки отправиться обратно в Лемурию за осколком Нексуса. Стоит сохранять бдительность, даже чтобы избежать не вижу что. Не тревожься теперь с нами Халком, он знает с собой... Что ты делаешь? Ты сейчас взорвешь эту машину. Вот. Ты лопнул какой-то шарик только что. Ага, это... Куда ты несешься? Видел? Да, видел, да, он обезьяна, горилла. А смотри, можно было нажать на него нолик нажать. Да, нажимай кружочек. О, нет! Нет, только не машина! Куда ты? Там же человек был. Опять был машина? Прибей Тора. Ты же любил Тора бить. Ладно. Да, оставь ты в покое, это такси. Зачем ты его? Он же ее бросил. Ну, брось ее куда-нибудь уже. В Тора бросай. Ты же хотя... Вот он стоит. Ты как раз вот Тора, как раз ты в него бросай. Давай, бросай, давай. Давай, давай. Не видно. Ладно, давай, побежали дальше, Леша. С машиной. Давай, в машину бросай. Нельзя бросать. О, видел, там повозка побежала. Ты видел, да? Давай, в куст. Все. Такси довольно. Да, все, еще и разбил. Можно я поиграю, Леша? Ой, что это такое? Ой, что это? Надо было сюда бросить такси, наверное. А, нет, это Капитан Марвел может выполнять дополнительные эти штуки, да, то есть задания. Класс, а как ты это сделал вообще? Это... Вообще, я не знаю. А если нолик подержать, то что? То он побежит вперед, да, как этот? Ну давай. А, это шарик, то что ты лопнул, да? А если подержать эту штуку, то... Вот, побежали. Да по... Выбил кусок вообще. Не знаю чего. Ладно, короче, побежали дальше. Выбрасываем. Так. Ого, а он постепенно разгоняется, да, Илюш? Да. Давай, беги к точке назначения. Нам нужно мчаться. Бежит Халк! Бежит обезьяна! Он какая-то горилла, да, вообще? Горилла бежит по стороне. Аккуратно, не сбей машину какую-то. Это ж полицейские, они... Ой, ты бежим, это полицейские. Бежит! Там злой. Там злой. Брось его. Выбрось полицейскую машину. Все, беспредел, да? Побежали, да ладно, ничего страшного, зачем выходить, если можно бежать туда. Интересная тема, смотри, можно плыть под водой. Под водой, Халк под водой. Подожди, а он надел снаряжение? Посмотри. А как посмотреть? Я сейчас посмотрю. Нет, он вообще непотопляемый. Халк непотопляемый, смотри, он тень внизу плывет. Обезьянья. Обезьянья тень. Давай вот сделаем вот так вот. И полетели, так будет быстрее. Да? Нам нужно под воду, пап. Я не уверен. Может быть, ты и прав, но, по-моему, надо под воду аж где-то здесь. Вот так вот, да? Сюда. Да? Вот так. Вот так быстрее получилось, да, Леш? Ага. Так, доктор Стрэндж. Стрэндж, куда нам плыть? А, вот вход, да, наверное? Запомни, если слышишь звук слива, греби быстрее. Второй раз меня не обведешь вокруг пальца, Атума. Так, вот мы приплыли. Значит, мы приплыли к какой-то точке. Где Халк? Халк? Где-то тут, наверное. Вот, он бьет Тора. Смотри, он кого-то бьет уже. Кого он там? Он за Тором бегает, или мне кажется? За Тором бегает. Да, он вообще, они побежали. Ладно, пусть мальчики побегают, а мы побежали дальше.
Это смешно. Хорошо, заходим внутрь, и мы здесь какую... А, вот, смотри, мы попали в какой-то туннель, да? Нажимаем нолик и куда-то телепортируемся. Да, продолжаем сюжет? Продолжаем сюжет! И мы сейчас будем видеть телепортера нашего, да, скорее всего? Да. Чуть не видим ничего. Так и надо. О, вот, говорит. Я буду продолжать, пока у меня есть хоть один зритель. Поиски осколков Нексуса на самом разгаре. И что, до сих пор не найдены? Наши герои решили попытаться попасть в Лемурию со второй попытки. Отступать некуда, а Халк стал самым аргументом, который так сильно я не успеваю читать. Извините. В общем, удачи на стороне героев. Давай я не буду читать, потому что я опять все сфейлил. Ага. Надо потом на паузе пересмотреть и пересчитать заново все титры, потому что я все пропустил. Да. В общем, у нас в команде Человек-паук или что, о чем он говорит, я не знаю, я пропустил. Так, Тор плывет на молоте. Ага, вот Марвел, вот ребята из... Нам повезло, что Шипохвост был в Лемурии. Плохая новость заключается в том, что Атума написал энергию, управляющую жемчужину с помощью осколка Нексуса. Смотрите в оба! Так, и мы теперь плывем. Мы вроде выбирали команду Тора, а тут вроде уже Капитан Марвел почему-то. Проклятие, глупый Торг! Какой Торг? Замри, Атума. Ага, вот ребята приплыли, и нам нужен осколок Нексуса. И так мы сейчас будем драться с Атумой, скорее всего. Атума, держись, с нами Халк. Не надо нас бить. О, эту штуку он сейчас освободит, скорее всего. Ха-ха-ха-ха, скоро ты будешь свободен, мой питомец. И тогда никто нас не остановит. Все в порядке, сейчас мы всех победим. Капитан Роу, значит так, отряд доберемся до мины, остановим Атуму, пока еще не поздно. То есть нужна мина. Так, о, мы... Что, кого бить? Кем я играю? Кем я дерусь? Что я? Что я, кто я? Я что, кто? Ты кто? Я Тор. Ты Тор? Я Тор, да. А давай на Халка перекрыть, ну, это же круто. Давай. Халк действительно круто, я согласен. Он уже без маски. Чего? Он без маски. А, без маски? Мне показалось, что сказал, что он без мозга. Сори, конечно, но... Так, кого мы там убили только что? Скорпиошка. Не получается. Здесь нужен человек железный. Так, откуда плывут эти дельфины? Ты не знаешь? Там нужно было нолик нажать. От входа, да? Я нажал нолик. Я не знаю, зачем я нажал нолик. Ладно, короче, побежали. Да побежали, ты, Халк, давай. Или побежали, полетели, попрыгали. О, смотри, мы бьемся с гориллой. Вот так, вот это Халк, действительно, ты прав. Вот это он ему наваляет сейчас. С левой, с правой, сверху. Апперкот, снизу. Смотри, он просто даже не дает ему шансов. Вот так, да, Илюш? Вот это я понимаю. Забили гориллу в угол и в углу ее избиваем, как настоящего... Как... Ух ты, ты что, оно спрячься, горилла. Горилла против гориллы воюет под водой. Очень странно, да, звучит так. Давайте разберем камеру, чтобы ничего не развернуть. Камеру нельзя. Стой, горилла. Сейчас, подожди. Что-то он стал в иммунитетом, нет, не скажешь? По-моему, плохо. Ладно, пусть горилла отдохнет. А кто здесь вообще? Кто с кем воюет тут? Коралловые рифы. Горилла выжила? А, горилла же охраняет этот сейф. Надо здесь способ... Квадратик. Я нажимаю квадратик, я нажимаю сильно-сильно. Вот так, носом его. Халк, не понимать. Да что? А, нолик, я понимаю, нолик, я не то нажимаю, нолик, нажимаю. Вот так, поддых ему. Финт. Давай, что это за такое? Давай ногой. Это не актив. Мы выбили, по-моему, двери с помощью обезьяны. Ага. Нормально, в общем, придумали интересный поворот событий. Так, Халк, собирай монетки. А, здесь нужен Доктор Стрэндж? Или мне показалось? Халк, собирай монетки! А это кто вообще? Смотри, это кто это? Это Шипохвост! Да, точно. Как это мы играем, да? Ага, Капитан Марвел. Что, кого мы тут будем бить? Против кого драться в этой... Где горилла? Вот горилла. Вот зеленая горилла наша стоит. Нет, ту гориллу... Ой, Халк, прости. Он на меня не отомстит сейчас, нет? Так, здесь нужен... Дайте мне капитана... Где этот капитан? Как его зовут? Где Доктор Стрэндж, короче? Вот. Нужен Доктор Стрэндж. Капитан Стрэндж. Да, капитан Доктор Стрэндж, чтобы здесь активировать какую-то штуку. Вот, смотри. Вот, мы поднимаем, левитирует люк. Мы его закрываем назад, да? Все, Илюша скастовал великое заклинание. Это должно помочь. Отлично, доктор. И что? Эта штука теперь откроется? Какие-то насосы вылезли оттуда. И что это? В общем, как это сейчас ребус будем изучать с тобой, Люш. Это что? Это Атума или нет? Это просто... Атума.
Итак, кого мы должны здесь сейчас бить? Надо кого-то бить, по-любому. Я там прям уверен. Значит, здесь эти штуки у нас появились, значит, с ними нужно какое-то взаимодействие сделать, да? Так, здесь надо что-то нажать. Лям, лям, ляп. Что, красная стала? Красная. Это какая-то штука. А, это опять красная. И тут красная. Что надо сделать? Чтобы все было зеленое? Или уж у тебя есть идея? Чтобы все было зеленое, давай быстрее. Делаю зеленое. Что-то поменялось, нет? А там вот этот вот клацальщик вот этого. Так, хорошо, давай, нам нужна подсказка. Нам нужно где-то взять подсказку, которая нам должна открыть дверь, да? Что за крики? Ты слышал? Так, вдалеке. Так, мы можем только переключать. Что такое? Хорошо, а вот есть такая вот штукенция. Вот это что? Может быть, надо все по-разному переключить? Да, может быть. Может, ты прав совершенно. Давай все по-разному сделаем. Так, красная, синяя, зеленая. Давай зеленую сделаем. Зеленая. А какие есть варианты? Халк, девай, спокойно, ты меня... Вот подсказка. Да? Красная мигает почему-то. Зеленая стала? А где подсказка? Халк бегающая подсказка. Зеленый. Теперь вот это, смотри, нам показывает, что нужно мигнуть, да? И мигает, точнее. И что дальше? И ничего? Все, о, курица. Подожди, надо курица. Было так. Смотри, курица выпала. Это, а, о, слушай, Илюш, ты про то, что у нас на переднем плане? Смотри, да. Вот у нас перед нами, вот здесь красная, вот с этой стороны аквариум красная, голубая и зеленая. Вот, оказывается, как надо было сделать. Это здесь сделай голубую, а там красную. Я, Илюш, ты прав, подсказка, подожди. Вот голубая, а там красная должна быть. Здесь зеленая, да, здесь зеленая стоит уже. Зеленая, вот, и здесь красная должна быть. Мы не заметили сразу, видишь? Красная и... Вот, видишь, активировались, точно. Бинго! Сделали! Это зарплата. А, и что теперь надо дальше делать? Наверное, возьми большого дядю и открой вот эту дверь. Как вариант, мне так кажется. Бэээ, Тор не понимать. Это еще не Тор, как его? Ух ты, ничего себе. Халк не понимать. А, ну давай. Я предлагаю подойти вплотную все-таки к этим воротам. Давай, тук-тук, тук-тук, кто там? Это я, Халк. Вот, давай. Не? Что-нибудь надо сделать. А ну-ка, можно сделать? Кажется, его... там доктор Стрэндж. Что случилось? Это какая-то магия? Смотри, какая-то магия. Доктор Стрэндж, что вы хотели нам сказать по этому поводу? Здесь какая-то штука, реактор. Слушай, а этот реактор нельзя нагреть? Вот этот... Почему я могу куда-то стрелять? Хорошо. Здесь больше ничего нельзя делать? Вот эту штуку. Если нагреть ее нельзя? Не? Чем мы занимаемся с тобой? Ты не знаешь, Леш? Нет. Подожди, я что? Знаю. Да, я знаю. Говори. Вон, что? А, вот эти три. А, на, все, понятно. Теперь действительно понятно. Тут еще три замка есть, которые нужно открыть. А ты какой цвет там нужен? Посмотрел вообще? Зеленый, голубой и красный. Вот так, мы сразу не заметили. Илюша, молодец, ты все узрел. И красный здесь нужен, да? Есть! Молодец! Что теперь? О, пульт управления активировался. Теперь нужен кто? Наверное, большой зеленый дядя. Я почему-то в этом уверен. Давай на этого... переключайся на этого мощного мужика. Ну-ка. Наверное, не то. Наверное, не то, Илюш. Или то. Ты сейчас лопнешь. Под водой. Что ж ты делаешь? Ты сейчас разобьешь как компьютер. Единственную нашу надежду. Наверное, и не магия, да просто нолик нажимает и все. Все, покрутили и все. Типа, открутили. Не отходите. Это моя стена. О, ты спускаешь. Горилла. Очнулась горилла. И что у нас где теперь? Где большой дядя? А, сейчас мы им... Ага, вот, собственно, это труба, через которую мы отправили воду. Что? Эй, что с тобой происходит? Ты взлетаешь в воздух. Наверх. Неважно, вам пора немного взбодриться. Мы готовы взбодриться, мы сейчас будем воевать против гориллы. Вот открывается люк безопасности. А, мы убегаем от гориллы, что ли? Эй, вы же супергерои! И горилла за ними, ну правильно, конечно. Кто? Большого парня, блин! Я пытаюсь, я не знаю, за кого я играю. Я так за парня большого.
Тор, извини, ты как всегда должен попадать. Горилла. Класс, горилла вообще. Горилла просто потерпает от наших ударов. Смотри, смотри. Что там было? Мы ее вообще убили. Да, я знаю, там три удара. Три удара и все, и гориллы нет, понимаешь? Я заодно решил все разбить пока что. Вообще, эта штука классная. Да. Так, где горилла? Кто тут на меня нападает? Ты что? Горилла, по-моему, в отключке, нет, мне кажется. Всем спать! Кто? Это кто здесь нужен? Капитан Америка, что ли? Давай все соберем, что ли? А, он не умеет собирать. Я не умею собирать, смотри. Смотри. Я не умею. Смешно. Ладно, забираем Капитаном Америка какую-то штуку. Какой-то. Так, кто нас тут бьет? Я поймаю вас. Банан. А, мы вот увлекли на банан, смотри. Банана. Давай, большой миньон. Иди, иди кушай бананы. Че он на нас кричит, нападает на нас? Все? Кто здесь нужен? Это чтобы его отвлечь. Я понял, да. Делается, Илюша. Строю какую-то штуку Капитана Америка, и Капитан Америка сейчас нам активирует что-то. Раз, и... Ага, вот туда стреляем. Все, окей. Целимся. Что-то у нас тут какой-то косит что-то. Вот, да, все, полетел щит. И бамс. Куда улетел щит? Ого, как ничего себе. Вот это Капитан Америка запульнул свой щит. Так, мы поднимаем горилл наверх. Скорее всего, сейчас просто ее изолируем от нас, да и все. Теперь она не будет нам мешать. Клево. Все, горилла, кушай свой банан. Что? Выпусти меня отсюда. Хорошо, торг занят. Все нормально, да, все, горилла посидит там. А что это? Ага. Хорошо, давай положим конец интригам от Тумы. Ну давай. Вот же он снаружи, как мы собираемся до него добраться отсюда? Уверен, решение найдется. Да что ж ты, не толкай, ты уже толкни ты этот рычаг. Капитан Америка, давай, вот так, хорошо, попали. Он достал какую-то, смотри, эту... Ага, так, тут нужно нагреть, да, нагреть электричество. О, смотри, он там пока стреляет в этих... Да, или что? Ты хотел электричеством? Давай, я заряжу тебя, давай. Давай, стреляй. Асгард! Я за него заплачу! Асгард! Защита Асгарда сработала на ура вообще только что. Сейчас... Все. Асгард это не мясо! Асгард это мы! Асгард это все мы. Все мы. И что тут? Тут светофор. Тут надо думать. Я не умею. Тут надо думать, нужен Капитан Марвел. Где Капитан Марвел, который умеет думать? Это там кто? Это никто? Это никто? Шипохвост зачем нам нужен? Давай, где? Где Капитан? А вот он, Марвел. Итак! Нажимай нолик и активируй. Так, на щите сейчас. На щите. Это... Манипулятор. Давай, предоставьте это мне. Давай, Капитана Марвел, хватай ею вот этот шарик. Давай, хватай. Укус. Квадратик нажимай. Ам. Ам. Правильно. Мутник океанов, хватит. Ам. Это большая рыба, давай. Ам. Укуси. Выше. Ам. Ам. Убирайся прочь, странная рыба. Нормальная рыба, которая... Давай, возьми эту штуку, возьми вот эту штуку, возьми, что это за ам, сделай, ам. Светофор. Вот так это, видишь, не зря мы ее укусили. Давай, укуси этого парня тоже, ам. И в шарике. Ам. Нет. Куда он уплыл? Стой, а рыба не может его не гладить. А, там медуза, смотри дальше. Так, и что, медузы на него нападут, нет? Или это медузы его? Они у нас будут тоже на нас нападать. Так, здесь какой-то механизм, который нас встречает, да? О, вот ребята прибежали, и сейчас мы им будем... Я не знаю, какие-то парни, сейчас мы быстро с ними расправимся, особенно если мы возьмем зеленого человечка. Зеленый человечек сказал... Раз, один удар, четыре дырки, и все, это не помню. Один удар, четыре дырки. Не понимать. Ну понятно, где Капитан Америка? Ой, не Капитан Америка, а Доктор Стрэндж. Защитить это нажимаю. И что мы делаем? А, надо вставить эту штуку сюда. Все. Вы очень легко и быстро мы справились с этим несложным заданием, да? Дверь закроется через некоторое время. Все внутрь, быстро! Мы побежали, давайте побежали. О, там стоит, там нужно разбить. Зеленый надо. Надеюсь, есть выход. Это он, но не думаю, что все нам придется по душе. Так побежали, чего вы стоите? Давай зеленым. А че я? А, мы прошли уже. Я понял, просто оказывается... Давай зеленым. Зеленым, давай. Постучал. Еще раз постучи.
Да постучи просто. О, вот это поворот. Сейчас мы попробуем туда. Вот это поток. Все, мы бежим под водой. Ух ты, мы плавать умеем даже. А, ну да, точно, он же плавает. Так, ну тут осыпались какие-то зубы, ты видел? Точнее, мы накололись на шипы, мы заплываем в какую-то пасть большую сейчас, да, или что? А вот смотри, вот эти штуки, смотри, вон, смотри, видишь, да? Эти, они, наверное, кусаются, я прям уверен даже. Давай мы его... Не укусило, странно, я хотел ее просто пнуть, ударить. Ладно, мы плывем Халком через большую какую-то... По-моему, там кому-то плохо, слышишь, Илюш? Ага. Слышал, да? Там кому-то стало плохо. Так, а вот еще один. Слушай, они, а как мне подниматься наверх? Ой. Зеленый парень. Эй, что делать-то? Не думай. Так, а как подняться наверх? Как подняться выше? Между медуз этих, а? А куда плыть? Вон наша тень внизу видна. Вон еще синенькая монетка. Куда нам надо плыть? Вверх, что ли? Давай вверх попробуем. Давай. Да? А как плыть вверх? Наверное, вот так? Вот так, да. Вот так, плывем вверх. Так что, эти штуки нас нападают или нет? Я не знаю, они нас не бьют почему-то. Ладно, мы всплываем. Зеленая штука всплыла, и тут кто? Атума. Okay. Так, больше никаких фокусов, покончим с этим раз и навсегда. Давай, мы готовы. Сдавайся, Атума. А, это девочка. Сдавайся, Атума, выхода нет. Чтобы великан Атума сдался? Never. Никогда, в смысле. На тебе большая зеленая штука сверху, на тебе еще. Мы его наваляем своими кулаками. Не только кулаками, еще и весом своим прыгнем сверху. Вот так вот, бум, бум. Ого, слушай, вот это, конечно, Халк разносит все, да? Кого бить? Смотри, как он. Ой, нет, влево-право, влево-право, влево-право. Надо освободиться от оков каких-то, да? Вот так вот. Какая-то штука нас, маленькая такая штука, не успела, посмела напасть на Халка, ты представляешь? Да. Вот так вот, сейчас мы совершенно всю ошибку пытаюсь меня остановить. Ничего мы не совершаем, мы чувствуем себя великолепно сейчас, да, Леша? Ага. Кто тут с нами пытается драться? Всем спать! Всем спать! Всем спать, я сказал! Давай мы как-то зарядим. Смотри, как мы понадавал. А может быть молнией? Молнией? А где молния? Молния у Тора есть только. Да, я, собственно, Тор. Слушай, мне Халк нравится, он просто всех разносит. Даже своих. Тор, ты где? Халк не справляется. Ой, что случилось? Что случилось? Куда он убежал? Испугался, что ли? Сейчас какую-то большую штуку вызовет. Здесь нужен какой-то массовый персонаж. Ого! Там был какой-то краб. А кем мы играем вообще? А, Марвелом. Сейчас мы капитана Марвелом всех постреляем, да и все. Да, этот краб, ты прав, тут нужен какой-то... О, ты видел, они взаимосилу сделали, смотри. Ага. Как я это сделал, я не понял. Но это прикольно было, они вдвоем с капитаном Стрэнджем. Еще... Это один раз переключай на два удара, один раз переключай на два удара. Ну, да, какая-то есть комбинация, которую я не знаю. А где Халк делся? Ну смотри, зато капитан Марвел просто его застрелила и все, понимаешь? Все? А вот эта штука, это она как-то открывается? Нет? Тут... Тихо. Малыш, спокойно, я ухожу, не бей девочку. Не бей девочку, я сказал. Не бей девочку! Что ты за человек такой, ну? Сейчас девочка тебе наваляет. Правильно? Ага. Оп. Трип-трип-трип. Вот, смотри, взаимосила пошла, нет? Как-то там можно было раз сделать. Вот какой-то раз, короче, вот так что-то, вот так как-то я делаю, вот как-то нажимаю. Ух ты, ничего себе. Вот он, Тор. Я думаю, где же он делся? А он тут, оказывается, по с краешку билка, вот, Капитан Америка. Зачем мне Капитан Америка? Мне нужен Тор. Тор. Вот, давай. Заряди свой молот. Заряжаем молот. Вот так. Всем спать. Всем вот так вот. Кому еще показать, где как молот нужен воевать? Идите сюда все. Не бейте моих ребят. Привет, Атума. На тебе вот молот. Я победитель. Пусть Тор канул в лету, но я найду кого-нибудь другого. Может быть. Может даже вашего зеленого друга. Халк крушить. Ой, сейчас горилла его съест. Съешь его. Мы жемчужина. Да съешь ты его просто. Да зачем ты под воду? Съешь просто и все. Нет. Утопил. Он утопил Атуму. Да.
О, похоже, тебя ужалили. Эй, это мои слова. Все? На этом все? На этом все? На этом все? Мы очень успешно это сделали. Клево! Приз получен в мире морском. Вот это да. Слушай, мы действительно прошли эпизод. Итак, здесь будет Торгнадо. Торгнадо. Торгнадо? Давай торговаться. Эпизод пройден. Номер 16, между прочим. Слушай, 16 эпизодов, мы так столько не прошли вроде. Итак, мы заработали кучу каких-то штук. В общем, 800, в общем, куча всего монет. Стэнли не нашли. Стэнли мы не нашли в этом эпизоде. Надеюсь, тебе понравилось. Если понравилось, обязательно ставь лайк этому видео. И подписывайся на канал. И пиши нам комментарии. Нам очень интересно читать, что ты думаешь про эту игру. Ставь колокольчик. Колокольчик нажимай, чтобы получить уведомления. Все, пока. Пока. Нажми сюда и сюда, чтобы посмотреть новые видео про игры с нами. И нажимай большую красную кнопку, чтобы подписаться на наш канал Жестянка. И колокольчик рядом с ней. И не пропустишь ни одного нового видео. Ну что, какое видео выбираешь?